Ребятки, всем привет, с вами Хижина Музыканта, Раиль Арсланов. Давно у нас не было гитарных выпусков, поэтому приготовьтесь, сегодня будет душевный, приятный такой лайтовый выпуск. Поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и одна просьба. Послушайте мою новую песню, которая вышла на всех музыкальных площадках. Да, песня необычная, снова эксперименты, поэтому буду рад, если вы еще поучаствуете в конкурсе каверов на эту песню, где вы можете выиграть гитару Крафтер, а также дополнительные приятные призы. Привет. О! Мы же с тобой общались. Да? Ну да, здесь только пару лет назад или год назад, нет? Да-да! Возможно. Точно, блин, пипец. Ты меня не помнишь? Нет. А так? Возможно. Да, конечно же, нет. Нет, я точно помню. Так, только не помню ни город, ничего более. Меня зовут Элла. Элла. Нет, не помню. Из Уфы. А? Из Уфы. Как? А подругу зовут? Настя. Настя. Очень приятно. Раиль меня зовут. Очень приятно. Откуда? Я из Казани. Мы рядышком. Супер. Да. На улице дождь, нам делать нечего. И такие, почему бы не поболтать с кем-то? Ну да. Да и не просто поболтать, можно еще и спеть. Правильно? Давай. Ровный бег моей судьбы. Ночь печаль и блеск души, лунный свет и майский дождь в небесах. На заре голоса зовут. Понравилось? Прекрасно, прекрасно играешь. И сам ты тоже прекрасно. Спасибо, вы тоже. Спасибо. Ну, а как в целом лето проходит? Нормально. Пойдет. Дожди, правда, идут сейчас. А так вот, жарко. И грозы. Очень жарко. Страшные грозы. Да, сегодня была очень страшная гроза, мы орали, ходили. Да, мы в ресторане сели на летнике, и, к сожалению, этот летник чуть бы не унесло. Ну, аттракцион. Это был увлекательный аттракцион. Мысли, да, и не знает боли в груди, а сколько льда. Ребята, если и вы хотите играть на гитаре, то скорее скачивайте приложение Тимбро на ваш смартфон и делайте свой первый шаг. А что же интересного такого в этом приложении, я сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, в нем можно учиться с полного нуля не только на гитаре, но еще и на фортепиано. У нас здесь три раздела: уроки, отработка и песни. И в первом разделе вы просто шаг за шагом с полного нуля проходите различные уроки на слух, ритмику, разучивайте аккорды, какие-то рифы, песни. Воспринимайте эту как игру, очень полезная часть, все проходите досконально. В разделе «Отработка» вы повторяете то, что прошли в первом уроке или не допрошли, и доводите до ума. А в разделе «Песни» вы найдете мелодии, которые также полезно разучить. В общем, попробуйте, ничего не теряйте. Приложение Тимбро доступно в App Store и Google Play. Ну а если перейдете по ссылке в описании, по моей ссылке еще получите 50% скидку на премиум аккаунт. Погнали дальше. Здрасте. Что так вздыхаешь?
Да, я не знаю, тут не с кем пообщаться даже. Ерунда всякая. Ну, я из Казани, а вы откуда? Не, ну вы вроде как. Да, да. Хороши. Спасибо, спасибо. Ты тоже. Спасибо. Вы откуда? Из Твери. Нормально. Только что без музыки-то? Чтобы тебя слушать. А, ну давай. Послушаем. Что будем петь? Романтически. Да, ну давай. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Спасибо. Очень классно. Классно. Но я знаю, что не эту песню вы хотели. А какую? Ну, не знаю. Была бы другая, вы бы больше двигались, не знаю, реагировали. Мы слушали тебя, это было вообще просто класс. Спасибо. Тут редкость, на самом деле, чтобы так внимательно слушали. Я даже не успеваю взять иногда первый аккорд. Да? Но смывается быстро. Нет, редкость не то, что мы слушали, а то, что тут кто-то творческий какой-то, да, человек. Вот это редкость. К сожалению, наверное, да. Ну, назовите любимых артистов. На чьи концерты вообще ходите? Мы ни разу не были. Мы ни разу не были вообще. Ни на одном концерте. То есть не выбирались? Знаешь, Джонни? Не, ну если из тех, на каком концерте хотелось бы побыть, хотелось бы на Мияги сходить. Да, он, да, я, насколько знаю, не дает концерты. Ну да, кстати. Мияги все-таки или Джонни? Да, Мияги. Так, ну песен-то много у Мияги. I got love. Да. Тот самый аккорд я взял, как бы, да. I got a love and feel, I got you my mind, I got a love my skill, my la-la-la-la-la, джа-джа-джа был. Окна завесим, будем опять принцессы, деспот, лавр мне не взять, будет тул. Крались мы на волю по годам, сорвемся вместе. Планета ни почем, то барабанит дождь, тоска да печаль, но ты светом добра зарила свободу. В танце двигаясь бедра, ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты моя танго. Дыма навали, волюмен на пол, дай, в этих объятиях со мною летай. Со мною летай, со мною летай, со мною летай, со мною летай. Дыма навали, волюмен на пол, дай, в этих объятиях со мною летай. I got a love with you, I got you my mind, I gotta love my skill, my la 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 la, I gotta love my feel, I got you my mind, I gotta love my skill, my la 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 la. Ну да, не будем затягивать. И какие у вас образования, если уж не музыкальные? У меня среднее педагогическое. Водичка подъехала, что ли? Дождик? О, да ты педагог, только по какому направлению? Я учитель начальных классов, она воспитатель. Ничего, что мы все тут педагоги. Я она тоже педагог. Да, мы тут все педагоги. Вау, это же благородная профессия.
Да, но низкооплачиваемая. Ну да, тебе надо как вам, как Блиновская, свои курсы, тогда будет четко. Ну, все впереди. Ну, я тоже педагог, получается, так что мы здесь, у нас собрание педагогов. Пыхвиты, педсовет. Да, да. Кого исключаем? Кому двоечка? У нас пятерки. Мне кажется, тебе 5, нам 2. Вы тут уже сколько просидели? Только с тобой. Я, кстати, первый. А-а-а. Нам очень повезло. Блин, очень, я спас вашу психику. Она уже разрушена, не переживай. Детьми, да? Да. Привет. Привет. Как делишки? Хорошо. Ты откуда? Тувы. Уфы? Тувы? Тувы. А, здорово. Я вот из Казани. Угу. Поешь, играешь? Да, пою, играю. Как думаешь, на чем играешь? Ну, стандарт, да, стандартная гитара, ну и не только еще там. Гитара, это классно. Да, ну, хочешь, сыграйте что-нибудь? Давай. И то, что было набило, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога — мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того, где ты меня не ждешь. Как-то так. Ой, как классно, это вообще шикарно. У вас как погода? А, ну, держится 27 градусов, ну, по крайней мере. А сколько у вас? Как же, у нас 40. У нас в этом году очень жаркое лето. 27 это хорошо. Ну, приятненько, да, приятненько. Мы вот... Ну, кондитер, вентилятор, тоже... кондиционер, чем только мы не можем, спасаемся. Это вообще кошмар. А водичка есть? У нас есть два озера рядышком. Хаден, соленое озеро, и Чагатай. Че, грязные? Ну, Хаден, оно такое, оно лечебное. Угу. А Чагатай, оно такое, более-менее. Но оно далеко находится отсюда. А, ясно. А есть какие-то местные диалекты, какие-то словечки интересные? Словечки? Да, может, из Монголии перенятые. Ну, я не знаю, я на русском разговариваю, у нас есть тувинский язык. А. У нас центр Азии находится, монумент. Самая большая стела Будды у нас здесь находится. Рад был пообщаться? И я вообще очень рада была послушать. Приятно, что понравилось. Побегу. Mm-hmm. До связи. Всё? Тогда. Все. И процветания вам. Привет. Привет. Ты делаешь? Сижу, общаюсь. А ты? Классно. Вот тоже зашел, только ты первый еще. Как обстановка? Все круто. Тебе вообще сколько лет-то? 19. Нифига себе. Вот это неожиданно. Все тебе дают 12 лет, да? Нет, 15-14 давали. Прям как куколка, да? Как думаешь, мне сколько? Лет 20. Ну да, примерно. Так, немножечко там за 30 перескакивает. Ну нет, уж ты чё? Я чё, так плохо выгляжу? Нет, хорошо выглядишь. 29 всего лишь. Я заснул где-то в 23 и вот проснулся 29. Это ужасно. Не, вообще, типа, я захожу так в метро, смотрю, все с музыкой, все в наушниках. И, типа, нету живого общения вообще.
Ну да, поэтому ты сюда заходишь? Нет, почему не? Много вообще живого? Да, у меня много знакомых и все. Ну просто ты знаешь, раньше вот приедь в любую деревню, просто приедь, и там все тебя окружают, все захотят с тобой общаться. Заходишь, как у нас просто, заходишь в метро, все сидят вот так вот. И все. Ну да, стесняются, боятся или да. Не хотят. Ну, кстати, правильные мысли затронула. Общаться-то надо. Ну слушай, смотри, могу тебе спеть тогда свою песню. Угу. По крайней мере, может понравится. На школьной дискотеке осенний бал. Я под гитару песни забитый зал. Но тебя увидеть не ожидал. Не замечал, не замечал. Глаза в глаза я словно пою тебе. Стираю пальцы в кровь, будто не в себе. Я знаю твои мысли, но грустно мне. Ведь ты была еще мала. 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Ведь ты была еще мала. 20-10 за окном, детка, я в тебя влюблен. Я в тебя влюблен, он. Я в тебя влюблен, он. Он об этом знает весь район. Ну вот. Я как поняла, ты блогер какой-то, да? Почему TikTok? Музыкант? У меня есть песни. Серьезно, ты их выпускаешь где-то? Да, ну, в Яндексе можешь посмотреть. А как, ну, как название какое? Хижина музыканта. Хорошо. Посмотрим. Найдет. Ну и как тебе песня? Топовая вообще. Угу. Ну, она такая поп-рок стиля. Угу. Если тебе такое нравится. А ты ее где-то дома записываешь, либо в студию, либо домашнюю студию сделал? Ну, у меня домашняя студия, да. А у тебя есть какой-то талант? Да. Что делаешь? Рисуешь? Спортом занимаюсь. О, смотрю, у тебя бицуха большая. Да, вообще. За футболкой. Не, каким спортом? Биатлоном. Биатлон, полиатлон. Ёшкин кот. Прям попал. Я никогда... Ты чё, упала? Да. Или ты мне ещё пионеры показала? Нет, я тебе показала то, что вот у меня пока сейчас. Пипец, чё случилось-то? Короче, была в Алтайском крае, там были соревнования, отбор на зиму. Вот там одна девочка была, и она, короче... Ну, зимой же лыжи, а летом роллеры. Да, так, да. Вот. Вот. И она, короче, подкрутила что-то, и у нас начинается тренировка, я, короче, падаю... Вот, ломаю себе руку. Прихожу к врачу, они говорят: фу, мы тебя не примем. Вали обратно в Москву. Вот она, женская конкуренция, да? Она со мной занимается в одном зале. А, даже так? Блин, ты знаешь, биатлон мой любимый спорт. Вот, я хотел тебе сказать. Да, я люблю плавание, люблю биатлон. Прям в детстве очень любил смотреть и играть. У меня был диск такой. Биатлончик. Угу. Классная штука. Ты, получается, еще и стреляешь? Да. Ребята, напишите в комментариях, как вам выпуск. Обязательно послушайте мою новую песню «Панамера», написанную совместно с Никитой Марвелос. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, где сможете найти неизданные реакции, близкое общение со мной, все свежие новости и много всего интересного. Поэтому подписывайтесь и скоро увидимся. Пока.